президент подписал указ о моей добровольной отставке и подписал второй указ о назначении спецпредставителем президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Мой перевод там на этот участок, он тоже для президента, администрации президента, тема важная, потому что вы знаете, что в международном мире, к сожалению, против нас идет очень активная работа, в том числе страны финно-угорского мира. К сожалению, на этом этапе не все они на нашей стороне. Европарламент, чуть ли не там, по итогам исключить делегацию России за то, что малые народы России, прежде всего финно-угорские народы, здесь у нас, в нашей стране, притесняются. В Мордовию приезжали две комиссии с Европарламента, очень большие, там по 40-50 человек, там по 4-5 дней работали. Вот. Итогом вот этих достаточно долгих, да, был закрытый указ президента по этому поводу Халланен на восьмерке, на ужине стран восьмерки, заявила, что она хочет часть отпуска посвятить поездкам по финно-угорским республикам. Владимир Ильич Путин предложил приехать и сказал, что не только вы приедете там на 2-3 или сколько дней, может больше, я тоже приеду вместе с вами, мы посмотрим, как на самом деле обстоит дело. И предложил он тогда Мордовию. Были продемонстрированы вещи, или показаны, точнее, вещи, что малые народы, финно-угорские, тем более, ни притеснения, ничего, никакого на самом деле абсолютно нет. И так далее. Не искать где-то.